Всем привет. Ну, сегодня я сделал сборочку облегченную, без стима и без балаболки с вайном. Поэтому размер я получился чуть меньше 3 гигабайт. Пару моментов, значит, из пожеланий. Первый, значит, один из пользователей не мог выстроить значки в определенном порядке. Вот посмотрите, рабочий стол, размеры иконок, можно сделать меньше, обычный, больше. И дальше, вот выравнивать по сетке, по вертикали, надо, поставьте по горизонтали. Вот и все, иконки вот больше, ну вот они вам стали больше там размерами. Вот такой вот нюанс. Дальше. У меня, значит, в системном мониторе, сейчас вот мы можем посмотреть процессы. Вот OBS Studio занимает или отнимает где-то 39% от центрального процессора, а всего 49%. Ну, тут еще вот приходится на системный монитор, там на Pulse Audio, там на сам Cinnamon тоже. Ну, в таком вот ключе. Дальше. Открываю Google Chrome. Рассмотрим процессы здесь. Значит, ну, включаю там что-нибудь. Сейчас звук уберу только. Вот, пусть там себя показывает. Вот, Chrome. Сразу. Около 15%. Вот, смотрите сюда. Нагрузка на процессор возникает и так далее. Значит, если я его сворачиваю, то у процесса, значит, все равно вот остается вот такая часть от Chrome. Дальше. Просто если я закрываю. Ну вот. Теперь нагрузка на центральный процессор меньше. Дальше. Можно ли изменить приоритет того же OBS Studio? Ну, например, на очень низкий. Оказывается, можно. Теперь пошли дальше. Вот виртуальная коробочка. У меня к ней подключен образ. Так вот, в настройках, посмотрите, у меня 4 процессора. Я отдал 3 процессора, но предел загрузки CPU для них назначил не больше 50%, чтобы они занимали. На дисплей, ну, где-то дал вот столько. Не до конца, как говорится, довел все это дело. И вот теперь давайте посмотрим, что у нас тут будет получаться, какие будут происходить процессы при загрузке виртуальной коробочки. Вот он появился, окно загрузочное. Нажали Enter. Это я пока сейчас сверну. Вот виртуальная коробочка. Значит, и как видите, она тоже берет часть ресурсов. И в то же время, ну, скажем так, не столь уж много. Хотя вот здесь вот можно посмотреть по центральному процессору. У меня, значит, где-то вот он настолько загружен. И своим ухом я просто слышу, как у меня мой, значит, компьютер начинает тихонечко шуметь. Ну, ради бога, как говорится, кто бы спорил. Давайте посмотрим дальше, что. То есть, вот таким образом мы можем, скажем так,
управлять процессами и снижать нагрузку на свой компьютер. Потому что если выставить все по максимуму, то у большинства слабеньких компьютеров просто заморозится экран, и он будет не способен, как говорится, обрабатывать информацию. Потому если вы, как говорится, и пишете с экрана, да включили еще и там виртуальную коробочку, всегда посмотрите, кто у вас главный потребитель, скажем так, ваших ресурсов. Это важно. Вот видно приоритеты. Очень низкий стоит. Вот пульс аудио стоял очень высокий. Вот оно. Ну, бог с ним, как говорится, ладно. Та же виртуальная коробочка. Приоритеты. Обычные, низкие, очень низкие. Могли... О, привилегии необходимы ей. Да ради бога. Вот выставили, допустим, приоритеты на программу для записи с экрана, на виртуальную коробочку, но выставили их очень низкими. Естественно, нагрузка на ваш центральный процессор и на оперативную память уже будет меньше. А тем не менее, все будет работать. Ну, еще что тут я сделал. Вот посмотрите. У меня сейчас работает не программа Variety, а вот изменить фон рабочего стола. Вот здесь у меня в папочке, значит, помещены самые различные обои. Вот я зайду в настройки. И сейчас отключу, допустим, показ слайдов. Вот. Тут они уже лучше видны, да? Ну, давайте посмотрим. Например, здесь видно, что папочка «Фавориты». И сюда я поместил именно, так сказать, свои там любимые изображения, которые мне там, скажем, по каким-то причинам нравятся. Показываю это для примера. А вот как туда еще, допустим, подгрузить что-то еще ваше? Да очень просто. Сейчас я отключу виртуальную коробочку. Теперь посмотрим, как это дело делается. Вот я открываю Google Chrome. Например. Иду, значит, программы для Linux. И ищу такое словечко. Обои. Вот оно. Показываю просто для примера. Выбираю там любую обоинку, которой, значит, у меня там в папочке нет. И постараюсь ее скачать. Далеко бегать не буду. Вот первую высветилась, ее и нажмем. Пусть там думает. Значит, берем, скачиваем вот эту вот обоинку. И, значит, пошла ее загрузка в папочку загрузок. Вот. Вы можете, как говорится, собирать обои по интернету, делать свои собственные фотографии. Кто во что гораст. Но это придаст вам индивидуальности. Каким образом? Вот смотрите. Например, ваш снимочек находится в папочке загрузки. Вот она. Теперь, значит, я открываю в новой вкладке «Дедов». Выхожу вот сюда. И вот посмотрите. USR. Раз. Share. Два. Еще словечко «Background». Вот.
И вот бэкграунды я открываю как root в корневом режиме. Ставлю там единичку. И, значит, вот у меня папочка своя созданная, лично моя, которую я назвал фаворитами. Теперь мне надо, значит, вот эту папочку перенести вот этот снимочек. Вот он здесь, голубчик, сидит, да? Перенесли. Закрыли все это дело. Пошли, значит, изменить фон рабочего стола. Зашли в папочку фавориты. Вот она, голубушка. Все. Значит, у вас есть хорошая, красивая, допустим, обоинка. Если вы хотите делать слайд-шоу, вот, показ слайдов, отмечаем галочкой, там, каждую минутку менять, показ в случайном порядке, и она вам будет в случайном порядке показывать различные обоинки рабочего стола. Ну вот, обратите внимание, все те, у кого компьютеры, как говорится, старенькие, а на них они понаставят кучу программ и потом сообщают, что у меня, значит, экран замерз и так далее. Вот у меня компьютер средней руки. То есть у меня 4 гигабайта оперативки, Intel i5 процессор, ну, скажем так, и то, несмотря на все, я всегда, когда стараюсь делать какие-то определенные виды работ, я стараюсь ориентироваться на показатели вот по коночкам загрузки центрального процессора и оперативки. И плюс еще, значит, вот здесь ориентируюсь. Почему? Потому что здесь я могу выставить приоритеты. И тогда у вас уже не будет таких вот вещей, что заморозка экрана. А просто внимательно относитесь к ресурсам компьютера, которые вы собираетесь, допустим, использовать для той или иной задачи. Ну, вот видите, вместо аварии все равно устроили себе, как говорится, слайд-шоу на рабочем столе. Обои меняются с частотой в одну минуту. Вот. Да ради бога. Можете опять-таки пошли, извините, фон рабочего стола, зашли в настройки, подключили показ слайдов, взяли там фон изображения какой-нибудь, но я не знаю, что тут, да вон это же, давайте возьмем. Вот, все, и у вас имеется вот нормальный фон рабочего стола. Значит, эту сборочку, она работает побыстрее. Значит, я выложу также к себе, значит, накладовочку. У меня будет папочка одна, где, значит, Linux Mint Cinnamon 18.2 плюс Wine Балаболка и Steam. А в другую, значит, будет обещана вот эта сборка, скажем так, облегченная, без Вайна и без Стима. Все-таки они берут меньше, как говорится, ресурсов. И сам размер изообраза получается поменьше. Значит, сравнивал я Simple Screen Recorder и ABS Studio. Все-таки у меня создалось какое-то впечатление, что ABS Studio как-то все-таки берет больше системных ресурсов. Ну, не знаю, может быть, просто по ощущению. Вот. Ну, практически я буду использовать обе эти программы для записи с экрана. Со временем, может быть, еще какие-то нюансы там выявятся, я об этих нюансах расскажу. И вот еще, значит, в сборочку, в эту я включил, значит, Бург. Потому что вот сборка с Вайном, я делал там только все под групп. А вот теперь посмотрите, как выглядит Бург. Он уже тут установленный. Вот можно посмотреть, как выглядит меню загрузки. Вот тут у меня куча там разных цинамонов. Один мой, один на английском, другой на русском.
Значит, и вот все так дело выглядит. Значит, информацию можете найти вот здесь. Значит, по этому адресу. Вот здесь более подробная такая вот информация по Бургу, как ставить там и так далее. И плюс я, значит, продублировался и завел, значит, вишенку. Значит, в разделе загрузчик операционных систем Бург. Вот команды на установку Бурга через терминал. Вот все эти команды. У меня вот оно лично заработало нормально. И, как говорится, теперь в сборке присутствует и Бург. Пробовал ставить Бург из своей кладовочки. Значит, он у меня не поставился. Через терминал все пошло нормально. Так что теперь, значит, можете делать себе красивые менюшки в окне загрузки. Ради Бога. Итак, последнюю заключительную часть видеоролика я делаю программой Simple Screen Recorder. Поэтому можете сравнить качество звука, видео и так далее. Значит, ну что, парочку моментов я вам сообщил. Значит, под видеороликом, значит, будет ссылочка на сборку, на облегченную, где ее можно скачать. Или через веб-сайт зайдете вот по этому адресу на Кроке, в сборках Linux Mint Cinnamon 18.2. И здесь вот будет одна папочка, значит, куда я просто-напросто перемещу данную, значит, первую сборку с Вайном, Балаболкой и Стимом. А вторая папочка будет, значит, просто вот с этой, с облегченной сборкой. Поэтому смотрите там сами, выбирайте. Ну и самое главное, значит, вот не забывайте вот так вот проверять ресурсы своего компьютера, то есть и по иконочкам, и по монитору. В первую голову сразу смотрите, что у вас отнимает больше, как говорится, ресурсов. И старайтесь, значит, установить тогда приоритеты на очень низкие. Вот, вот таким вот образом. Ну ладно, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч.